Строительство началось в этом году в рамках нацпроекта. Срок сдачи – июль 2021. Количество мест – 80. Заказчик – городской УКС. Стоимость контракта – более 76 миллионов рублей. На текущий момент у нас идут стадия, мы закончили котлован, и стадия фундамента идет. Проблемы у нас, в принципе, при строительстве возникли только лишь с переносом сетей, так как вся площадка там находилась порядка 8 кабелей. У нас идет там и сети электрические, сети связи. Мы сейчас переносим, мы электрические сети перенесли. Сейчас вот остался перенести у нас один кабель. Помимо этого затянулось подключение к энергосетям. Подрядчик, заказчик и энергетики не могли прийти к общему знаменателю. Потребовалось вмешательство депутатского корпуса, в частности Михаила Вдовина, курирующего этот объект. Давайте примем решение. Ну нельзя не принимать решение. Слово представляется «Облэнерго». Захар Владимирович. Ну а решение, в принципе, тут мы пока шли сюда, уже было принято. Как только заказчик в лице УКСа согласовывает проект, вот это именно врезки, ну, значительное изменение проекта, мы сразу готовы отключить кабель для выполнения монтажных работ. Парадокс, но за несколько минут удалось решить проблему, тянувшуюся месяц. Возможно, сразу после этой исчезнет и другая проблема, которая послужила еще одной причиной для визита депутата. Жители жалуются на шум и грязь, появившиеся с началом стройки. Начали двора, все ходят вокруг. Тут не пройти ничего. Временная, да, не пройти ничего. Особенно плитку сейчас, посняли, дорожки посняли. Что бы там ни говорили жители о неудобствах, причиняемых строительством, пускай и важного объекта, как оказалось, некоторым он на руку, вернее под ногу, вернее под подножку, подножку мотоцикла. Ну а если серьезно, то мера это вынужденная, поясняет подрядчик. Жителям беспокоиться не нужно, лишь потерпеть немного. Все, что нарушено и разрыто, будет восстановлено. Это условие контракта. По окончанию строительства вся территория будет у нас, будет симпатичный забор, будут везде дорожки, везде переходные тропинки, все это будет соблюдено, это соблюдено все в проекте, это все будет сделано. Детская площадка будет сохранена, она прилегает к территории детского садика, мы ее не затрагиваем. Как отметил Михаил Вдовин, реализация национальных проектов в регионе находится на особом контроле и напомнил чиновникам о недопущении бюрократического пинг-понга. Вы знаете, как это у чиновника получается. Я здесь не отвечаю, я здесь не отвечаю, я здесь не отвечаю. Вот это очень плохо, когда это происходит. Да? Необходимо всегда, еще раз повторяю, брать на себя ответственность. Брать на себя. В пределах закона, конечно. Конечно же, не стоило было собирать. Это в рабочем порядке. Но, к сожалению, оно не было решено. Пришлось мне вмешаться. Ну, у меня депутатский контроль, у меня несколько другие функции. Но главное, что работа сделана будет. Подключение к электросетям стороны договорились провести на будущей неделе. Тогда же и проведут небольшое косметическое обустройство, прилегающее к стройке территории. Олег Рудаков, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной».